Вы хоть раз слышали от пацана слова? А сколько она зарабатывает? А если у нее машина? А если у нее квартира? А если у нее дети? Я не могу понять одного. У нас что, только пацаны готовы просто любить? Просто любить за глаза, за запах, за то, что она просто есть. К сожалению, братишка, к сожалению. И я вот даже вижу и знаю случаи, когда мужчина перспективный, молодой, дерзкий, говорит: слушай, давай я буду зарабатывать, строить дом, а ты мне будешь помогать. И женщина говорит: нет, мне нужен уже готовый дом.